что мне нравится в белорусских поездах ездить, всегда вот такие вот дорожки поверх ковровой дорожки, еще вот такое вот, как полотенце. Мне очень нравится такой белорусский мотив. Ну вот, начинается наш путь. Принесли нам постельное белье. Белорусская железная дорога. Счастливого пути нам пожелали. Ну, очень приятное постельное белье. Очень. Итак, мы подъезжаем к Анапе. Анапа нас встречает солнышком. Вот покажи вид из окна. Солнышко такое из-за туч выходит. Тепло. В вагоне было даже жарко. Доехали хорошо. Полтора суток, это 40 часов. Мы проехали очень быстро, даже и не заметили. Вот мы приехали в санаторий «Юность» МВД России, город-курорт Анапа. Пионерский проспект, 28. Вот она, «Юность». Вот нас Дедушка Мороз встречает. Здесь проходная КПП, как называется. И мы сейчас заходим на территорию. Здесь административное здание. Четырехэтажный, здесь и процедуры. Вот сюда сразу же приезжать и здесь сразу оформлять санаторные карты. Холл. Здесь врач-педиатр принимает. Это здесь касса. Вот он, зеленый массив. Сосны какие красивые, массивные. Территория огромна, загорожено все. Забор вдоль тянется. Вот так. Вдоль. План, схема санатория. Полностью описание всего. Корпусов 6. Административная, столовая, медпункт. Короче, вот все 30 пунктов. Видите, там площадка. Там вдали здание столовая. Рассчитана столовая на 1000 человек. С лишним. Говорят, в этом заезде 1100. Здесь на территории есть кафе. Это административное здание. Центральный вход в столовую. Это вот первый корпус после столовой сразу же. 4 этажа здесь территория. Все зелененькое такое все. Декабрь месяц, сегодня у нас 15 декабря. Такая вот зелень, но солнышко сегодня еще будет только к обеду. Вот такая территория между первым и вторым корпусом. Вот здесь второй корпус, куда нас поселили. Вот. Там вот из-за туч выходит солнышко, к обеду будет. Здесь погода непредсказуемая. Такая может быть за день и солнце, и дождик. Ну, все такая вот атмосфера теплая. Декабрь месяц. Сегодня плюс у нас 3 там показывает, но к обеду будет немножко больше, плюс 5. Но вот такая погода, как будто бы у нас плюс декабрь месяц, как будто бы это наш октябрь. Это территория между 3-м и 5-м корпусом. Территория вот она вся ухоженная такая. Плиточка выложена, все зелено. Там бассейн, там магазины промтоварные и продуктовые. Это дорожки идут по второму, первому корпусу. Зелено, все зелено. Здесь бьет, наверное, фонтанчик закрыли камушками. Вот, ну, 15 сегодня декабря цветут еще розы. Фигурки закрыты, фонтанчики. Это кустарник с какими-то ягодами. Маленькие какие-то ягодки. Вот, цветет все. Роста мелкая такая, миниатюрная.
розочка. Вот обрезаны. Кустарнички такие. Институт розки. Клумбочки все разбиты, даже вот в декабре это приятно. Такие клумбы. Ну, фонтаны закрыты, естественно. Вот она, зелененькая все. Такая травочка. С ягодами какой-то кустарник. Ну, не знаю. Все пострижено ровненько. Такой, это вот четвертый корпус. Вот такой пристроенный. Второй идет корпус. И сразу идет четвертый, а вот это корпус третий. Все зелененько для декабря, это просто красота. Вот они миниатюрные, еще розки. Вот они декабрь месяц, они цветут еще, не замерзли. Предновогодняя елка. Вот корпус. Наш корпус второй. Вот и здесь. Это четвертый. Кустарники с ягодами. Вот такой красавец. Двор ухоженный тоже. Ну, вот такие фигурки закрыты от дождя. Это открытый бассейн. Ну, он законсервирован, конечно, в декабре месяце. Бассейн. Это детская площадка. Детки вот занимаются. Здесь играют. Такая вот детская площадка. Рядышком прямо со вторым корпусом. Вот видите, территория ухожена. Пострижено все. Это перед входом. Второй корпус. Вот тут четырехэтажное здание. Вход к нам во второй корпус. Здесь стоят два банкомата, ВТБ и Край Инвест. Это тренажерный зал. Такой открытый на улице для деток. Тренажерный. Вечером вся территория вот такими подсветочками. Вот много очень подсветок таких красивых. Территория хорошо смотрится. Это возле четвертого корпуса. Все горит, все сверкает. Подсветочки во дворе. Сегодня у нас 25 декабря. Все красиво. Но нет снежка. И Новым годом как бы и не чувствуется Новый год. Только ветер и дождь.